Самый главный день в году, праздник со слезами на глазах, все это про 9 мая. Именно таким оно и останется для нас навсегда. Уже привычен стандарт Дня Победы. Выходной, военный парад или митинг, праздничные гуляния, вечерний салют. В Сарове отмечать этот праздник начнут в 9 утра. На площади Ленина пройдет торжественный митинг. В этом году традиционного шествия «Бессмертный полк» не будет из-за соображений безопасности. Однако это не значит, что акцию совсем отменили. Предлагают несколько вариантов ее проведения. Например, портрет ветерана можно распечатать и прикрепить к боковому стеклу автомобиля или закрепить на одежде. Также можно свой аватар в социальных сетях заменить на портрет ветерана. Затем праздник переместится на стадион «Икар». Здесь пройдет легкоатлетическая эстафета и футбольный матч между любительскими командами города на Кубок Победы. Праздничную программу подготовил и парк «Зернова». В 11 утра здесь начнут работать ярмарка и аттракционы. В 15 откроются игровые площадки, творческие мастерские, военно-полевая кухня, интерактивные локации. На танцевальной площадке организуют выступления творческих коллективов и военно-духового оркестра. На набережной будет организована выставка ретро-техники и интерактивные площадки. Из-за празднования 9 мая на некоторых улицах будет перекрыто движение. С 8 до 13 часов в этот день нельзя будет проехать по проспекту Ленина от пересечения с улицы Шверника до улицы Карла Маркса. А вечером будет перекрыто движение на мосту Строителя Захарова. В 19.00 пройдет всероссийская минута молчания. В 19.15 на набережной выступит образцовый ансамбль народной песни «Горница» и ее руководитель Ирина Оськина. В 21.00 запланировано выступление Ивана Дятлова, победителя проекта «Фактор Бай». Финальную точку в праздновании поставит фейерверк. Его запустят в 22 часа с моста Строителя Захарова.